Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo Cabrio. Итак, заднее крыло я буду ремонтировать. Вставлять буду кусок, так как поменять полностью крыло проблематично, надо снимать крышу. Дверь тоже на замену. Ну что, разбираю. Итак, машина разобрана, и первым делом мне нужно вытянуть вот это вот место, прежде чем начну я резать. Теперь удаляю поврежденный металл. Здесь я возьму кусок нужного мне размера. Отрезал, примерил. Сейчас выравниваю стык для сварки. Устанавливаю дверь и только затем начинаю устанавливать задний кусок. Привариваю не спеша, при этом стараюсь охлаждать. Сварил, зачистил сварной шов, затем голый металл покрою грунтом. На этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, покрашенные работы закончены.
Собираю. Ну что, этот проект тоже закончен. На ремонт ушло 9 дней. 4 дня работы с металлом и 5 дней покраска. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!